Влітку наша шкіра вимагає особливого догляду. Її потрібно захищати та зволожувати. Про догляд за шкірою влітку – саме про це питання. Будемо говорити з Наталією Антоновою, косметологинею. І я знаю, що Наталія – провідний косметолог нашого міста. Наталія знає точно, що робити зі шкірою кожного дня, для того, щоб вона виглядала сяючою. І особливо влітку, тому що влітку нам не вистачає вологи. Рада вас бачити. Я теж дуже рада вас бачити. В первую очередь хочется сказать, что, конечно же, летом самое активное у нас солнышко. Вот. Тут, опять же, буду повторяться, наверное, но несмотря на то, лето это или зима, все равно нам нужен уход грамотный и летом, и зимой. Поэтому, что касается косметики, если она грамотно подобрана, она может быть адекватна и летом, и зимой. Но есть проблемы кожи, которые, например, летом усиливаются. Те же самые высыпания, проблемная кожа, расширенные поры. Да? Очень часто эта кожа летом провоцируется. Если сухой кожи не хватает, как обычно, влаги и зимой, и летом, то жирная кожа, наоборот, ее чрезмерное количество. Соответственно, люди потеют, людям это доставляет дискомфорт, к этому всему прицепляются разные бактерии, высыпания. Забиваются поры. Да, да, забиваются поры, и плюс бактерии начинают там, да, кушать наше кожное сало, и, соответственно, высыпание, воспаление, и проблемная кожа начинает летом воспаляться. Но для этого есть специальные средства, которые позволяют грамотно умыться, грамотно нанести определенные сыворотки последовательно. Это может быть 1, 2, 3 средства максимум. Но хочется сказать, что самое первое средство, которое должно быть у каждого, просто у каждого, это SPF-фактор. Захист нашей шкіри від ультрафіолету. Да, в первую очередь это защита. Если у мужчин кожа немножко плотнее, у них есть своя какая-то такая защита, то у прекрасной половины человечества такой защиты нет. Соответственно, загар – это наша естественная барьерная защитная функция кожи. Загар не считается, мы не можем рассуждать, красиво это или нет, это уже как бы в рамках как бы каждого, да? Но тем не менее это защита нашей кожи. А если кожа выделяет защиту на солнце, соответственно, солнышко нам не так уж и полезно. Угу. Тобто виходить, що зараз переглянули лікарі вже питання з приводу впливу сонця на наш організм. Вітамін Д нам потрібен. Його треба мати в деякій кількості, але зараз воно дуже активне, це сонце. Да, начнем с того, что витамин D, для того, чтобы его понимать, принимать или не принимать, нужно сначала просто сдать анализ, потому что вот это вот общее мнение о том, что всем он нужен, давайте разберемся, а кому же конкретно всем. Ага, вот. соответственно, давайте честно, без сдачи анализов мы не можем рассуждать, нужен витамин D или не нужен. Это первое. Второе, то, что у нас солнышко, есть А, Б и С лучи. Вот. И С лучи, если озоновым слоем да, у нас прикрываются, то А и Б лучи у нас проникают, непосредственно на нас влияют. Каким образом? Если Б-лучи у нас вызывают просто загар, защитную вот эту вот, потому что кожа в шоке, будем говорить честно, она старается стать темненькой, да, потому что мы все светленькие, она старается стать темненькой для того, чтобы не пропускать лучи дальше, для того, чтобы защищать вашу кожу. А лучи, они светят не только днем, не только вот УФ, у нас есть УФ-фильтры у всех в погоде, да, это Б-лучи, это то, что вызывает загар. А лучи, это то, что вызывает старение, это то, что вызывает преждевременное старение, это то, что влияет на ДНК каждой клетки. И А-лучи у нас светят столько, сколько светит солнышко, оно не имеет часовых каких-то ограничений, что это только днем или только вечером. Тобто, шкіру треба захищати круглий день. Увесь час. Да. Да. Від самого ранку і аж до вечора. Але ж мало хто цим взагалі займається і мало хто про це думає. Бо потрібно наносити оцей крем зранку, дивитися, скільки часу пройшло, і наносити ще раз. Да, если вы находитесь на солнце больше, чем 2 часа, ни один крем в мире не будет проявлять своих нужных функций, потому что он нагревается, он портится, будем говорить так, прямо на вашей коже. Соответственно, идеально будет, если вы, допустим, купаетесь в водоеме, вы смыли уже крем, нанести его повторно. Если вы находитесь в офисе, достаточно будет нанесения утреннего крема защитного, и, в принципе, если вы не выходите днем на пекучее солнце, можете до вечера больше ничего не наносить. Но если вы находитесь больше часа или 2 часов на солнце, естественно, нужно умыться, естественно, нужно нанести еще раз крем.
Так, бачите, скільки всього є. Мабуть, не завжди люди можуть користуватися такими порадами, бо не у всіх є цей крем з собою. А в сумочці він повинен бути. Так? Ну, зараз вже з нашим віком, господі, є стільки всього цікавого. Наприклад, навіть ті ж якісь спреї, флюїди, маленькі такі флакончики, які можна в карман положити і навіть забити об этом. Виходите в обід, наприклад, там, да, пообідати з офісу, боже, ми пшикнулись і пішли далі. Эти спреи, они увлажняют кожу, они проникают на все слои эпидермиса. У вас не будет потери влаги, потому что после этого очень часто кожа пересыхает у всех практически. Даже проблемная жирная, потому что неправильный был уход. Люди едут на море и думают, сейчас у меня все высыпания пройдут. Она вот такая вот подсыхает, уже так не жирнится по утрам. Но после моря, где-то примерно через месяц, когда все клеточки обновляются, ускоренный процесс идет. То есть еще больше жира, еще больше высыпания, еще больше воспаления. Загорать или не загорать, решать, конечно, каждому в любом случае. Но правильно ведь загорать тоже можно, почему нет? Так, і ми ж хочемо мати гарну шкіру, а бархатна, щоб вона була. Ось така прям аж сяюча. Да. Це можна зробити, так? Хочеться дати поради тим людям, які збираються на море. От вже зараз, скоро почнуть їхати. Можливо, хтось вже поїхав, а хтось ще планує. Літо все ж ще не закінчилося, тут ще 2 місяці, можливо, ще вересень. Так, подивимося, як воно там буде, звичайно, з карантином. Але все ж хочеться кудись поближче до води. В первую очередь хочу сказать, что если уже человек решил ехать на море, то крем покупать обязательно немножко заранее. То есть не прям вот перед поездом, да, потому что кожа должна немножко к нему как бы привыкнуть. Все равно солнышко светит везде, не только на море, правильно? В первую очередь самая лучшая защита кожи, да, то есть если, допустим, мы лицо наносим крем, вряд ли кто-то наносит его на руки там, да, и так далее. Ну, на плечи, если, допустим, это пляж. Ну, там и на нос, потому что он быстрее всего сгорает, да? Но вряд ли кто-то вот наносит его на все тело. Есть специальные средства, которые позволяют и загорать, если вы хотите, и не загорать, если вы не хотите. Но в любом случае защищать от альфа и бета лучей круглый день. Но самая лучшая защита – это одежда. Это одежда, вы, как видите, я... Долгая рука. Да, не в майке как бы хожу. То есть прекрасные натуральные шелковые ткани, они защищают нормально так от солнышка, для того, чтобы просто-напросто не сгореть. Потому что любой загар – это ожог. И если, например, вот эти вот SPF, если считать, давайте расскажем еще, что вот очень многие люди ориентируются, мне нужна SPF такая, мне нужна SPF... 30, 50, там, через сколько, да, сколько? На самом деле, как бы, есть уже косметика, на которой даже нет SPF. Там просто написано OFA, OFB. Это значит о том, что крем защищает и от альфа, и от бета-лучей. Конечно, это уже как бы новый маркетинговый ход, как бы уже хорошая продукция, они уже в этом разобрались, потому что SPF еще совершенно особо ничего не означает, от чего он там защищает, потому что это фильтр, просто и фильтр. Вот. Но в любом случае, если вы выбрали крем, вы понимаете, что вы немножко дольше можете побыть на солнце, чтобы не сгореть. Но это не значит, что вы не сгорите совсем. То есть, если вы на солнце пребываете больше, чем час, вы все равно можете сгореть. Шляпа, очки, глаза тоже должны защищать, потому что какие бы они у нас ни были, они тоже как бы, это для них вредно смотреть на солнце, да. Знаем все с детства еще на сварку, на солнце смотреть нельзя. Вот так. С приводу пигментации, все же влітку как раз вот такие проблемы вылазят наружу. И мы бачимо, что зовні мы нібито маємо непогану шкіру и є пігментні плями, які нам заважають. Зараз є ті методи, які можуть дозволити нам позбутись пігментації. Так, це лазерна корекція є. Але ж не завжди хочеться вже використовувати такі методи. Хочеться захистити себе. Чи можуть пройти самі по собі пігментні плями? Чи можна взагалі зробити так зі своєю шкірою ще навесні, щоб ми могли взагалі обійтись без них? Можна. Сейчас можно все, и вообще все, что вы хотите. Если вы подготовите правильно кожу к тому, чтобы, вы, чтобы вступить как бы в лето, если вы на протяжении лета будете пользоваться специальными защитными средствами, специальными умываниями, специальными сыворотками, которые имеют антиоксидантный эффект для того, чтобы не окислять, чтобы не было оксидативного стресса кожи, то пигментации не будет. Поэтому, в принципе, домашний уход, который вот позволяет 70% проблемы решить, свежие проблемы, свежие. То есть, если пигментация только
появились. Это еще можно сделать домашним уходом, и вполне это реально. Если пигментация, конечно, если им уже 10-15 лет, понятное дело, что тут без космоцевтики, которая делается в кабинете, не обойтись уже. Вот. Но тем не менее мы можем немножко предотвратить, то есть дать коже иммунитет, который будет вот эти свободные радикалы не принимать к себе. С витамином А, с витамином Е, с бета-глюканами и специальные средства, которые просто человек на ночь наносит, на самом деле, как бы, ну, препятствуют этому раннему старению и оксидации, оксидативному стрессу. Защита от солнца, причем есть защита от солнца 100%, вы вообще не загораете, почему бы и нет. А есть такие даже средства с тональным эффектом. Тобто це все можна зробити зараз. Пожалуйста. Наталочка, невже стільки зараз з'явилося засобів, які дозволяють людині бути молодою дуже довго і не засмагати тоді, коли вам не хочеться, не мати зморшок і так далі, і так далі. Слава Богу, є. Слава Богу, працюють інститути, Франція, Штати. Дуже багато розробок новіших, які дійсно допомагають, які не нарушає гідроліпідної мантії кожи, не нарушає, не розрушає епідерміс, проникають дійсно вовнутрь і там вот ростять хорошу, здорову, нормальную клеточку, да? Это, конечно, ежедневный уход, либо это процедуры салонные, но все равно это уход. В любом случае мы хотим все-таки как можно дольше оставаться молодыми. Этого хотят и мужчины, и женщины. Так, зараз, до речі, і чоловіки вже переходять ту межу, коли модно було бути таким, який ти є, а хочеться бути ще кращим. І кожного дня намагаються слідкувати за собою, намагаються зробити так, щоб виглядати достойно. Хочется очень сказать, что да, у мужчин очень ежедневная, кто бреется, очень прекрасная привычка, да, вот они делают пилинг ежедневно себе, поэтому у них нижняя часть лица выглядит гораздо моложе, чем у многих женщин. Вот. А вот, конечно, с верхней частью лица, да, с верхней третью можно работать тоже. Мужчины стали приходить в косметологию, они стали обращаться, потому что их тоже волнует раннее старение, их волнует фотоповреждение, их волнует высыпание, купероз. Они стали тоже обращаться и спрашивать, что же мне нужно делать. Это замечательно, я очень счастлива на самом деле. Так, ну и чоловікам теж місце в косметології, чому б ні. Наталочка, а з приводу літа, з приводу сонця, волога. От зволоження ми вже сказали про те, що воно повинно бути завжди, постійно. Чи є додаткові засоби і чи нам можна зволожувати обличчя, якщо це буде просто звичайна вода? Чи мінеральна вода? Я не знаю. Ну, от, наприклад, ми можемо використовувати звичайну воду для зволоження нашої шкіри? В першу чергу ми повинні розуміти, що літом ми гораздо більше п'ємо води. Но с водой через почки у нас все равно выходят микроэлементы. Соответственно, идеально во второй половине дня уже пить минеральную воду. Вы ее не сможете выпить столько, сколько просто воды. Вы ее выпьете немножко меньше, но хотя бы насытит вашу кожу микроэлементами. Потому что тогда, когда мы потеем, через кожу выделяются все нужные нам тоже полезные вещества. Для того, чтобы не обезвоживаться, нужно обязательно пить воду. Ее нужно летом пить гораздо больше, чем зимой. Это первое, что хочется сказать. Но для того, чтобы вода дошла и увлажнила вашу кожу, конечно, должно пройти какое-то... То есть сначала пойдет туда, куда нужно в первую очередь. Так как мы все-таки на 80% состоим из воды, естественно, пойдет сначала в клетки для того, чтобы ваш организм хорошо функционировал. А уже потом только на кожу. И теперь представьте, когда вы загораете, вы находитесь в жаркой среде, это не совсем приятная для кожи среда. Естественно, вы потеете. Естественно, это нормальный процесс. Соответственно, есть специальные средства, которыми можно увлажнять. Я против термальной воды, я против тех вод, которые после высушивают. Есть клеточные специальные воды, которые проникают, которые не высушивают кожу после их нанесения. Умываться как надо? Желательно, конечно, если нет возможности просто умыться, ну, начнем с того, что специальными гелями лучше умываться на ночь, потому что те гели, которые убирают эпидермис, они достаточно активные, и в течение дня ими не обязательно умываться, а только на ночь перед сном. Утром иметь защиту. И вот в течение дня, если вдруг вспотели, лучше всего на самом деле не умываться, а просто промокнуть жирный блеск специальными салфетками, да, потому что растерев этот жирный блеск, в пот у нас входят не только микроэлементы, да, еще токсины и так далее, а грязь. Город у нас не самый экологически чистый, соответственно, для того, чтобы это все не втирать в кожу и в поры, сразу, чтобы они сразу не забивались, лучше все просто аккуратненько промокнуть салфеточкой. А соли? Все ж це і солі залишаються, так виходить? Ага. Тобто ми їх потім змиваємо на ніч? Да. Мы переходимо додому і змиваємо вже все. Грамотними средствами можно умываться только один раз в день на ночь.
По необходимости бывают утренние какие-то умывания, но чаще это более легкие умывания. А чи потрібно змушувати себе пити воду влітку, так? Ми говоримо зараз про нашу косметологію, ми говоримо про стан шкіри. Якщо вам не хочеться, ну от влітку, ну є такі люди, які не можуть себе змусити. А якщо хочеться фанти або щось такого солоденького? Ну, понимаете, це фізіологічно, це ненормально. Фізіологічно чоловік, якщо йому жарко, він п'є воду. І либо ще буває, да, там гарячий зелений чай, наприклад, да, він має антиоксидантні якісь свойства. Соответственно, він потіє, і йому потім становиться не жарко, вже не так жарко. Вот. Є норма води 50 мл на кілограм маси тіла. Не 30. 50. Ну, по-моему, 50. Я сейчас сама задумалась. Я просто пью очень много, и мне даже интересно. Ну, чем больше, тем краще. Может быть, и 30. А якщо 50, то теж непогано. Знаєте, я задумалась на самом деле, я настільки, наверное, привыкла пить, що я вже забыла, какая норма. Це добре. І що? В общем, летом чим більше, тим лучше. 50, так. Давайте летом, 30 пусть буде зимой. Нет, інформацію, конечно, нужно уточнить, но в любом случае не забывать пить. Вот так я бы сказала, потому что обезвоживание происходит, давление сосуда сужается, как бы зачем? Зачем? Головной убор тоже желательно. У нас есть волосы, которые прикрывают. Не у всех они есть. Плечи закрывать, да, как бы одежда, тонкая одежда. Головной убор, очки. Почему бы нет? Так, Наталочка, ну ще з приводу того, як нам захищати шкіру. Насправді з'являються влітку такі червоненькі, такі от як павутинки, так? І люди, в яких дуже тонка шкіра, вони це все помічають, особливо влітку. Вони бачать, що на шкірі з'являється усе, що не потрібно. Чи можна якимось чином закріпити ефект пружності шкіри? І як це влітку зробити так, щоб наша шкіра не страждала? Ну, давайте так, если это купероз, я вопрос немножко не поняла. Я просто кажу, можливо, так. То есть, если это купероз, он будет, если человек неправильно питается, неправильно ведет образ жизни и не пользуется никакими домашними средствами, то в любом случае, рано или поздно он возникнет. У нас очень прозрачная кожа. Вот. И, ну, к сожалению, да, у нас сразу заметны все покраснения. Но если человек, например, каждый день перегревается, да, его кожа перегревается, ну, купероз, конечно, не обязательно должен возникнуть на этой именно почве. Да, скорее всего, там какие-то внутренние проблемы, потому что сосуд лопается. Когда мы уже видим купероз, это уже лопнувший как бы капиллярчик, который, ну, то есть капиллярчик не пропустил клеточку эритроцита, и он разорвался. А что делает эритроцит плотным, знаете? Сахар. Ага. Гликация в первую очередь. Поэтому если человек готов отказаться от гликации своего организма, то, конечно, мы уберем то, что у него уже есть, и вырастим новые красивые клеточки кожи. Почему нет? Кожа у нас обновляется, регенерируется. В этом ничего нет страшного. Сейчас есть такие методы, которые позволяют вырастить новую, здоровую, красивую кожу. Ну, оце, Наталочка, ви сказали вже про той ефект, про який мріяли люди протягом багатьох років. Якщо він зараз є, і якщо ми можемо дійти до нього різними засобами, якщо нам потрібно для цього відмовитись від цукру, можливо, від тих напоїв, які ми пили весь час, а вони не дуже корисні, нам вони не потрібні зовсім. Можливо, від тієї їжі, яка нам може шкодити. Смажене, можливо, там жири, можливо, ще щось, те, що нам не потрібно вживати, але ми будемо гарними, то чому б ні, так? Так, особливо влітку. Тобто піща зараз не зря у нас по сезону, фрукти, овочі, дуже багато зелені. Зелені можна їсти безкінечне кількість, на самом деле. Це, мабуть, найбільш така зараз полезна навіть піща. Прийти на більш легкі прийоми пищі, чому б і ні. Облегчити організму, йому теж важко в жару знаходитися, да, вот. Поэтому облегчити просто організму, пити воду, пити якісь настої з трав, да, там, мята, заварювати, щось ще. Чому ні? Це все антиоксиданти, которые находятся в зелени в первую очередь и в большом количестве, в ягодах, фруктах. Это все антиоксиданты, то есть они как раз таки препятствуют оксидативному тому стрессу, который от солнышка мы все получаем. Так, ну все зрозуміло. Будемо так і робити. Будемо пити багато води, їсти все, що є, зараз виросло багато його. І правильно доглядати за шкірою. Захищати її, в першу чергу, від сонця. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Стільки цікавого, корисного ми почули сьогодні. І, звичайно ж, треба робити. Треба не просто слухати, треба брати усе в свої руки. Відповідальність на себе. Відповідальність обов'язково, в першу чергу. І ми ж хочемо бути гарними, так? Хочемо бути довго молодими.
молодими. І для цього нам потрібно все це зробити. Дякую вам і буду чекати ще у нашій студії. Сезон не закінчився, а нам потрібно бути завжди молодими і гарними. Тож, ну що ж, зустрінемось вже за декілька хвилин з вами, з іншим гостем. А я вам дякую дуже. І дуже вам дякую. Також на Україні.